Нырять запрещено. Кстати, ты тебе говорила. Теперь уже и тебе. Граница голубофлагового пляжа. Слышишь, здесь написано брось утопающего, а я думала брось утопающего. Брось утопающего. Брось утопающего. Это игра. Да, песочница для детей. Вот здесь вот так вот. Нет, нет, нет. Как тут красиво, да? А? Красиво вообще. Ничего, извините. Насос, служебное помещение. Это не живое. Это не живое, да. Ну хорошо. Не понял. Они выходят-то. Ну, я думал, это жилые. Жилое. Я тоже думала, видимо, так. Они просто ходят, помнишь? Да. Да, с восьми до восьми. Бунт запрещено. Вот я 36 лет прожил и не знал, что эти штуки называются бунт. А, я вижу тоже. Вот видишь, что они равняли ночью? Вот, а, вот они все сделали. Вот так вот, стоп. Поравняли, да. Душ. Есть. Конечно, зато все видно. Много, много все видно. Камера хранения, кто есть. Принес сюда камеру, все дела. Роха! На этого парка берешь на работу. Здесь ничего не знаю. Специально. Ну, у нас так же выходит. Ну, да. А, подожди, с одного? Нет. Да, прикольно, как на эти положил. Ага. Да, будет дальше, наверное. Нести на так. Спустился, пошел и ступал. Если бы захотел, можно было. Нет. Здесь выходит речка, похоже. Ну да. Проход. Вот, видишь, это. Да, да, да. Дезодорирующий. Привет. Дезинфицирующий, да. Банан. Санаторий Юг. Проход запрещен. Техническая зона. Я в нашу пошла. Нас, наверное, оштрафуют за это. Слушай, да, наверное, откроют, да, сюда будет? Ну да, наверное. Знаешь, сколько вам нарезок, кубики такие, будут погрузить сюда. Да. Блин, сейчас. Да что ты обращаешь внимание?
сейчас мы узнаем, почему это нельзя. Ты читала Библию, когда жена этого бежала, когда они бежали? Обернулась. Ты зачем бежала? Если не увидели, как бы пошли. Что, там мы пробежали? Нет. Ну, вот здесь. Да нет. А? Почему нельзя? Не знаю. Как-то часто. Сделай нормально лицо. Если комната для спасать. Касса пункт проката. Да. А? Ну, это на раны какие-нибудь. Камера лежит. Почему? А, ну разделены просто пляж. Вообще просто огонь. Да, не кашляй.